Условия в исправительных учреждениях оценили сегодня участники общественного совета при МВД Беларуси на примере Могилевского изолятора временного содержания и тюрьмы номер 4. На выездном совещании отметили, что в стране создана современная законодательная база по исполнению уголовных наказаний, которая учитывает международные стандарты. Соблюдаются санитарные нормы, во многих учреждениях работают медицинские боксы. У осужденных есть возможность получать высшее образование дистанционно, пока в виде эксперимента. А чистая прибыль от трудовой деятельности в этом году составила более 7,5 миллионов рублей. Условия очень хорошие для этого. И по питанию, и по чистоте, по медицинскому обслуживанию, по дисциплине. Это дает уверенность в том, что в нашей стране налажен порядок и налажена правильная система ограничения свободы данного контингента людей. Во время совещания обсудили тему государственных расходов на содержание заключенных. Урезать их не планируют, а вот возможность сэкономить есть. По мнению членов Совета, в уменьшении сроков наказания по определенным статьям, например, коррупционным или мелким кражам. Рассмотреть такую возможность предложат новому составу парламента.